В эфире программа iNews, в студии Максим Никитин. Самые интересные новости из мира науки и высоких технологий прямо сейчас. В российские дорожные камеры внедрят искусственный интеллект. Биочасы с живым организмом внутри. Зарядка по воздуху – интересное решение от китайских ученых. Дорожные камеры встречаются почти на каждой улице крупного города, и их функционал расширяется с каждым годом. Некоторые автолюбители пытаются хитрить и различными способами закрывают часть госномера, чтобы камера их не смогла распознать. В дорожные камеры внедряют нейросеть. Она будет помогать инспекторам определять марку и государственный регистрационный знак автомобиля, даже если он частично закрыт, загрязнен или деформирован. Технологию протестируют уже в этом году на платных отрезках центральной городской автодороги Москвы и на трассе М12. По итогам эксперимента потребуется изменение в материальной базе, чтобы закон смог разрешать использовать результаты исследования для вынесения административного наказания. Новое программное обеспечение, основанное на нейросетевых алгоритмах, позволит проводить надежное распознавание автомобилей, имеющих неразборчивые номера, которые с высокой долей вероятности уже попадали в поле зрения видеокамер на других участках платных дорог автодора, когда их регистрационные знаки были считаны. Пока что технология будет распознавать только загрязненные и деформированные номера. То есть решения о наказании за заведомо скрытые номера пока не будет. Но в будущем, уверяют разработчики, нейросеть сможет определять и умышленно закрытые номера. Тогда штраф за неоплаченный проезд или любое другое нарушение будет уже совсем другим. Госавтоинспекция города Казани напоминает, что в соответствии с частью 2 статьи 12.2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортных средств без установленных на предусмотренных для этого местах государственных знаков, либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Американские ученые придумали биочасы, внутри которых находится живой организм. Все с целью эксперимента, чтобы проверить, могут ли люди по-настоящему ухаживать за своими вещами. Если это будет не просто электронный гаджет, а живое существо. Сами по себе биочасы максимально простые. Они проводят постоянный мониторинг сердечного ритма своего владельца. Но работают они только тогда, когда получают питание от токопроводящего слизевика. Это живой организм, который нужно постоянно кормить водой из специальной пипетки. Получая необходимый уход, слизевик растет до тех пор, пока не замыкает электрическую цепь. Но если про него забыть, организм погибнет, и часы не смогут работать. Электрическая цепь будет разъединена. Для эксперимента были выбраны 5 добровольцев. В первую неделю исследования все они получили одинаковое задание – внимательно следить за живыми часами и обеспечивать их питанием. А вот на второй неделе задание было абсолютно противоположным. Нужно было перестать их кормить. Выполнять второе задание все 5 добровольцев наотрез отказались. Не смогли убить выращенное ими же живое существо, что, по сути, и было главной целью эксперимента. Китайские ученые создали беспилотник, который может вечно находиться в полете. Ему, как заявляют разработчики, никогда не нужно будет приземляться для подзарядки. Все дело в необычной системе питания. Дроны будут заряжаться лазером, пока находятся на лету. Система использует фотоэлектрический преобразователь в нижней части дрона для улавливания энергии лазера. Существенный минус в том, что такой способ зарядки малоэффективен. В процессе подачи питания может теряться до 85% вырабатываемой энергии. Ученые разработали систему, позволяющую лазеру самостоятельно находить беспилотник в небе и подавать на него питание. Ученые также разработали метод выявления препятствий и быстрой регулировки мощности луча до безопасного уровня. Они протестировали его с помощью небольшого квадрокоптера и продемонстрировали, что он работает в помещении с включенным и выключенным светом, а также на открытом воздухе ночью. Это были все самые интересные новости из мира науки и высоких технологий. Смотрите нас каждый день на телеканале «Татарстан 24» и будьте в курсе всех новинок IT-индустрии. С вами был Максим Никитин. До новых встреч!